Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя-легенды. Ну что, заберем свои награды. Я смотрю, Лига Самураев 3 звезды, все-таки нас понизили, но это и не удивительно. 2 дня, друзья, я не смог играть. Ну, опять же, работа, работа, еще раз работа. И вот выходной, поэтому имею право поиграть. А также немножечко ускориться. Ну, бустануть это не назвать, конечно, но тем не менее должны мы с тобой из Лиги Самураев убираться, это однозначно. Ну что, приступим, пожалуй, к ежедневных задач. Быстренько сейчас пробегу. Так, не нужен мне здесь Рафаэль, возьмем Ромагона, Бакстера плюс Леонардо, Ванька и Шреддер. Так, будет быстренько и безопаснее. Чем этот Рафаэль? Рафаэль, да, он хорош, конечно, но... Ребят, так будет очень долго у нас поединки идти. Ну что, поехали. Грибок падает? Нет, не падает. Волну я не хочу тратить на них. Так, Лео. Прошинкуй-ка Ваньку. Молодец, красавчик. Так, грибок упал. Двигаемся с тобой дальше. И здесь у нас последние противники. Это у нас Хан, Саблезуб и Пиццелицей. Ну что мы можем сделать? Мы можем, в принципе, валуном, но можно и так справиться, я думаю. Так, и остается Пиццелицей. Все. Ну что, серия испытаний у нас пройдена. Двигаемся, естественно, дальше. Так, задание выполнили, заберем награду. Ну и нам нужно сразиться в режиме кампании. Ну, мы будем с тобой делать, естественно. Так, подожди, у меня 8500, маловато. Я не смогу прокачать пока Бакстера. Точнее, не Бакстера, а Макмана. Давай-ка мы с тобой глянем, что у нас по крысиному королю. Так, нужно 7 силовых ячеек Кренга. 7 штук. Уже 6. Так, уже 5. Давай, наверное, вот здесь буду искать. 4, 3, 2, слушай, интересно, идет. 1, последний, ребят. Нифига себе, вот это да. И нужно найти нам 13 вот таких вот наушников. Ну, наушники у нас в какой, ребята? Не в золотой, а такой в платиновой, да? Каемочки, что говорит о том, что так легко ты их не найдешь. Да, какой-то современный журнал нам выпадает постоянно. А наушники не особо жаждут выпадать. Ну что, друзья мои, мы задание выполнили в любом случае. Давай заберем награду и... Поднять уровень персонажа в любом случае сейчас не получится. Жетоны. Жетоны, кстати, нам нужны. Давай быстренько, наверное, сейчас набьем их. У нас сколько? 415. Нам нужно 530. Но в любом случае сейчас мы с тобой набьем 530. Это само собой разумеющееся. И сможем купить 3 ДНК на нашего... Насколько я помню, мы прокачиваем Бибоп. Именно того кабана, Бибопчика. И вот нам нужны как раз 530 жетонов. Так, 40 жетонов есть. Пошли дальше за 60. Так, Змейковьюн. Лучше бы ты не мешался бы нам на пути. Замечательно. Так, там было 30, плюс здесь 40, это уже 70 получается. А, тут 60. Плюс 80, это уже 140. И там еще 180 жетонов получается. Ладно, поехали. Так, Змейковин, естественно, уже психует, начинает бомбить посильнее, да и уровень у него уже 60-й, но все равно это ему не поможет. Так, Джастин все-таки шваркнул, получается, да, Змейковина. Ну что, двигаемся дальше. Сегодня, ребята, на втором канале последняя серия по приспешникам зараженным, так что заходите, смотрите. Будет финалочка. Так, ну что, 80 уровень, я думаю, что здесь, наверное, я сам уже сыграю, добью их. Так, поехали.
Армагуша, давай, наверное, сделаем тройной удар для начала. Хорошо. Так, дальше. Джастина бомбит. Ну-ка, из гранатомета, если мы. Замечательно. Так, а если мы вот так вот сделаем? Мы ему понизили скорость. Ну-ка, добьешь, Армагон? Ты должен, по идее. Да, ребята. Ну что, победа за нами. Значит, мы с тобой получаем в полном объеме жетоны. И можно, в принципе, отправиться в магазин покупать именно 3 ДНК. Так, магазин, предметы, жетоны. Да, вот, 530 нам нужно было. Все, ребят, еще 6. Точнее, не 6, а 4. 4 ДНК мы получаем, ребята, и все. И бибопчик будет прокачан. Так, переходим в классическую буйню и, как обычно, начинаем фармить. Поехали. Так, здесь нам нужен кабан. Тот самый бибоп. Классический, естественно, ребят. Но, как ты видишь, уже, во, все-таки выпал. Я уже хотел сказать, что он не спешит нам выпадать. Смотри, как квартануло. Сразу же рок, кстати, выпал. Так, 20 жетонов. А маяк. Опять жетоны. Ты посмотри, а. Еще есть попытки, ребят, поэтому бьем до последнего. Твою налево. Неужели не дадут, а? Последние. А, две попытки еще последних. Есть, ребят, получили мы с вами бибопчика. Так, и здесь. Ну, здесь-то вряд ли уже, конечно. Как раз на одну попытку нам хватает. Два бакинских. Но все равно, ребят, все равно, я считаю, неплохо. Ну и у нас, естественно, арена. Да что? Что я делаю? Вот, арена, ребята. Лига самураев, как ты видишь, ранг 76. Да, все-таки опустили очень хорошо. Опустили, понизили. Ну что ж, будем пытаться вырваться вперед. Так, 44, 47 и 45 уровень. Поэтому я думаю, здесь, наверное, мы все-таки справимся своими силами. На начальном этапе. Там уже, когда пойдут полтиннички, будем что-нибудь кумекать другое. Пока своими силами. Так, ну что, начнем. У нас с тобой есть два хила здесь, да? Это Донателло плюс морозильная кошка. Я думаю, что если мы сейчас ускоримся, это будет нам только в плюс. Ускорение нам точно не помешает. Давай, Дуни. Так, а у них кто? У них есть защитник. Это вот Рокол. Блин, наверное, надо Мондагека как-то уронить. Я не хочу, чтобы он пробафал команду свою. Не упал он. Айсидрон. Блин, ты посмотри, Рокол стоит. Дуни тут еще. Дуни делает защиту, это плохо, ребят. Смотри, смотри, баф по полной программе себе делают. Ну-ка. Минус Рафаэль. Минус Дони. Так, что ты делаешь с своим водяным пистолетом? Минус руку? Нет, выжил, а если так? И добивка? Фиг там добивка, ребят, не получается. Да что ты. Только лишь Рок, кстати, умудрился его завалить. Вот так вот. Это называется, ребят, на равных практически подрались. Плюс не забывай, что мы с тобой на 10 уровней все-таки были их выше. Так, ну что, 45-е местечко, позиция. Так, давай будем смотреть. 14-18, это уже у нас было. Но мне кажется, выше нам ничего и не дадут. Во, 15-19, есть. Так, 49-48 уровень у противника. Раз, два, три. Четыре, пять. Специально я взял кожеголову, чтобы, ну, применить свою массовую атаку. Ну что, поехали. Начать надо, наверное, я не знаю, с Рафаэля, скорее всего. Успеет он все-таки, наверное, хильнуть. Сделать этот хил. Кожеголову, извини меня, они замедлили. Они понизили ему скорость атаки. Ну-ка, Рокол.
Эх, не то. Слышь, ты добьешь его или нет? Красавчик. Теперь делаем массовую атаку. Блин, и не упали, прикинь. Минус Рокул. Я так понимаю, сейчас минус Мондагека. Так, Рафаэль бросает бомбочку. Ну, это понятно. Предсказуемо это было на самом деле. Опа, упал. Добьешь? Молодец. Кожа головы нас не подвел. Ну что, это вторая битва у нас только была. И заметь, как уже напряженно все идет. Не так быстро. И продвижение, как ты видишь, тоже не такое быстрое. 29 место всего лишь у нас. Хм. И по-прежнему дают нам 14-18 кубков. Ни больше, ни меньше. Так, нашел я 15-19. Друзья мои, это самый лучший вариант пока, который нам дают. Так, берем Рокстеди, Бибоп, Эйприл. Наверное, я возьму Крипа здесь и Лео. Почему вот этого Лео беру, ребята? Ну, у него, во-первых, неплохой удар, это раз. Во-вторых, он запрет на отхил делает. Что, в принципе, очень даже хорошо для нас. Но здесь Майки, который меня напрягает. Ну, попробуем так сделать. Ай, шикарно, просто шикарно, ребят. Хильнуться они не смогут, хотя у них вроде бы и хила-то здесь нет. Нет, Микеланджело может хилять, точно. Микеланджело может хилять. Попробуем его сейчас уронить. Не вышло. Так, Эйприл очень даже неплохо стоит и держится. Бросаем гранаты. Хорошо, двоечка сразу упала. Теперь попробуем вытянуть жизнь. Тройная стрела. Да что ж ты будешь? Ну, надо постепенно, я думаю, уже дуплиться. Нам надо заниматься Леонардо. Твою налево, он снял с него негатив. Ну-ка. Так, шипы. Так, Лео готов. Ну и добиваем, наверное. Ты смотри-ка. Ну что это, ё-моё, начинает там уже подклинивать игра. Я уже думал, сейчас вылетит, не дай боже. Ну, ты сам все прекрасно видел, все у нас получилось отлично. И мы до сих пор еще не перешли. 14-я позиция, очень медленно двигаемся. Очень медленно у нас идет продвижение. Так, 15-19. Слушай, дай-ка я возьму, наверное, вот так вот нейтрализатор здесь. Раз, два, три. Ну, для чего я это делаю, ребят? Ну, чтобы намного быстрее продвигаться. Я именно по скорости. Ну, давай влупи. Так, теперь нейтрализатор. Теперь бросим баллон туда, в серединочку им. Замечательно. Чтобы быстрее просто продвигаться. И все. Только лишь ради этого я взял полуимбового чувачка. Ну и наконец-то мы вернулись в Лигу Сёгунов. Но на этом нам останавливаться не стоит. Берем Лео. Подожди. Да господи. Ну ты сам понимаешь, да? Если Армагона взяли против 47 уровней, это все, ребят. Это фиаско для них будет. Причем конкретное. Естественно, Армагон бросает валунчик, и они падают. Все. Без проблем. Так, продвигаемся тогда далее. Смотрим, какую позицию мы забираем. А забираем мы с тобой 76-ю. Окей. Так, а вы дадите мне, например, 15-20? Не хотите так дать? Не хотят. Лео, почему ты лезешь все время? Так, берем Бакстера, значит. Раз, два, три, четыре. Так, у нас точно там отыгрались. А то, может быть, мы, знаешь, как я, бывая, пропускаю некоторых бойцов, а потом про них забываем. И все, и оказывается, что мы с тобой не отыграли всех. Достаточно было одной смертельной волны от Бакстера Стокмана, и все на ваших глазах упали. Так, погнали дальше. Была 76-я, становится 56-я.
То есть получается мы ровно 20 ступенек пролетели. Ровно 20 ступенек. Ладно. Беру здесь Леонардо. Раз, два, три, четыре. Ну, тут даже говорить не о чем. Леонардо, его супервертушка, и все ребята опять отдыхают. Как-то так должно получиться. Да, и никак иначе. Вот так вот. Не стоило два дня, да, ребят, не поиграть, и мы в Лигу Самураев примехонько слетели. И поднимаемся очень тяжело. Еще я... О, 15-20. Все-таки дали. Я думал, что не дадут. Так, беру Ваньку. Ну, я думаю, Ваньки здесь будет достаточно. С его базукой. Спорить вряд ли кто-то будет. Тем более 47-49 уровни. Но Рафаэль все равно переплевывает меня по инициативе. Потому что выходит первым. Бэнс. Все. Заколбасили мы этих супостатов и, соответственно, продвигаемся дальше. Слушай, ну я думаю, все, 3 звезды, наверное, мы сегодня возьмем. Хотелось бы мне в это верить. Так, 15-20 берем. Я возьму, наверное, здесь Дони. Да мне кажется, здесь одного Донателло будет достаточно. Хотя противник 55 уровня, он практически на равных с моими остальными бойцами. Но, тем не менее, Донни есть Донни, поэтому давай проверим. Красиво, красиво он поступил. Уложил большую часть противников. Тут же падает Леву. И, я думаю, Донателло тоже должен упасть. Чётенько. Ну, посмотрим, перейдем или нет. О, да. Сёгун 2 звезды. Замечательно, 96-я позиция, ничего страшного. Абсолютно ничего страшного нету. Я вот только думаю, дадут ли мне сейчас 15 или там 16-21. Вряд ли, они идут на понижение почему-то. Хорошо, мне придется с ними согласиться. Я возьму Рафаэля. Так, массовиков затейников есть. Леонардо. Давай, я рискую сейчас, ребята, очень сильно. Я надеюсь, что Рафаэль по инициативе все-таки первым поставит себе... Да-да-да. Провокацию. Ну, а дальше все как по написанному. Они должны атаковать будет Рафаэль. Рафаэль должен задавать задачи. И задача это будет очень сильная. Для некоторых даже смертельная, я так понимаю. Так, кормежка Криса Брэдфорда. Окей. Я боюсь, что Леонардо сейчас будет хиляться. Для меня как бы это, ну, невыгодно, если честно, чтобы он захилялся. Но пробить его вряд ли пробью. Так и есть. Он, ребят, хиляет. Он хиляет, он практически всех восстановил. Абсолютно. О, началось. Вот это плохо. Фух. Ничего себе. Вот это, ребята, да. У нас Майки упал. Да, Майки это был. Вот это было, конечно, жесть. Он не пережил, ребята, удара. Я не знаю, почему именно ему так досталось. Прям вот критично, понимаешь? Но он на ногах не устоял. Видимо, зря я так рисковал. Но, ребят, если бы я не рискнул бы, я бы не узнал бы исход этого поединка, как бы он мог быть. Теперь я знаю, теперь я понимаю. Ну, не ожидал, конечно, от Майки, что он вот так вот просто упадет, рухнет. Да, подвел меня, конечно, он подвел. Джастин, отвали. Раз, два, три. Ну, здесь всем, наверное, понятно, что если Майки с нами, да, да плюс еще и Макмен, тут победа нам обеспечена. Во-первых, делаем уклонение. Во-вторых, ураганчик мусорный. Просто круть. Блин, поскорее бы он прокачался уже до 100 уровня, а? Сидит там на 98, да? И в ус не дует. Так, 60-я? 66-я, окей.
Меня это устраивает, ну что? 16.21 уже начинает давать. Я возьму, наверное, Усаги. И вот этих вот, 58 уровень. Ну, опять же, все, ребят, зависит от Усаги. Если вот сейчас сделать все как надо, все красиво, то будет нам счастье. Если же он сейчас промахнется или еще что-нибудь, то... Ну, в принципе, нормально. Тут постепенно он повесил на остальных. Все, победа здесь за нами, ребят. Даже если бы Эпи не добила, постепенно урон все равно бы его уничтожил. Окей, продвигаемся тогда далее. Я думаю, где-то 45-я будет. Нет, 48-я. Ну ладно, чуть-чуть ошибся, ничего страшного. Слушай, давай-ка 16-21. Вот. Ведь можешь. Раз возьмем Джастина, этого, этого. Тут, слушай, тут уже и бойцов-то, в принципе, не осталось. Но, тем не менее, Лига Сегунов 3 звезды однозначно будет взята. Поехали. Бомбочку под ноги. Так, летучая мышь. На кого бы тебя натравить? Наверное, сюда. Смотри-ка, Майки выжила. Запах изо рта. И ракетный выстрел. Все. Тут круто. Но все равно Зэк, ребята, ну он слабенький, конечно, со своими бомбочками с этими. Ну ты заметил, да? Совсем нехорошо он как-то дерется. Так, все ближе и ближе мы к Лиге Сёгунов 3 звездочки. Так, 16-21, давай-ка искать. Есть, нашли. Ну что, Шреддер, пора выпускать Кракена. Сейчас он тут будет всех мутузить. Поехал. Все, тут разговоры какие-то либо не нужны, либо они излишние. Потому что Супер Шреддер, естественно, ребят, всех вырубает своими шипами. Так, ну что, после этого поединка уже, скорее всего, мы будем в трехзвездочной Сёгуне. Так, где у нас? Вот он. Откатов 27 штук. То есть, даже если поделить на 2, то это получается где-то 13 поединков. Но это много, 13 поединков. Это если на 2 поделить. А так 27. 27 поединков, если по одному только Шреддеру брать. Но... Вот они. Лига Сёгунов 3 звезды. До мастера, я не знаю, ребят, вряд ли, конечно, доберемся. Хотя где-то в глубине души хотелось бы. Но тут просто элементарно не хватит бойцов. У нас вот этот поединок, и, по-моему, следующий это будет крайний. Ладно, завтра у меня все равно еще выходной, поэтому я думаю, мы немножечко подтянемся, да? Чуть-чуть. Где-нибудь до Лиги Мастеров, наверное, 2 звезды уж попробуем добраться как-нибудь. Так, 76 место. Окей. 16-21. Берем Шреддера. Раз, два, три. Ну и любого здесь. Давай Леонардо. Остальные все отыграны. То есть это последний у нас бой, заключительный на сегодня. Стоянная, супостатики. Ну что, поехали. Достаточно будет шипов? Нет, недостаточно. Давай тогда еще вертушку. До кучи. Все, вот на этом все, ребят. Единственное, что, по-моему, у меня пицца осталась. Можно ее пустить в дело. Так, а место у нас 59-е. Ну, 60-е, округлим. Значит так, у нас сколько мутагена? 28 тысяч, блин, не хватает, ребят. Не хватает, потому что нужно там 30 с копеечкой, насколько помню. Да, 30 800. Ладно, пицца есть у нас? Мы у Крысиного Короля сейчас будем искать наушники.
Да, там есть, ну, немножко, ребят. Буквально два раза всего лишь. Не два, а чуть побольше, три. Но, тем не менее, нашли. Больше пока мы ничего сделать не можем. 260 у нас, ребята, уже платиновых осколков, да? Получаем. Будет уже 300 с копеечками. Ну, в любом случае, еще две недели надо будет поиграть. Так, а прокачать-то нам придется кого-нибудь. Ну что, давай тогда, наверное, самого простенького. Это у нас будет Донни. Тьфу ты, что ты делаешь-то? Так. И забираем наши награды. Как-то так, друзья мои. Ну что, на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.